Подъезжая сюда, вы знаете, я о чем подумал? Я задумался над самым главным. Что самое важное? Что самое тяжелое и неприятное в жизни? Это не болезнь. Это не что-то другое. Самое главное – это то, что время неумолимо движется вперед. Совсем недавно мы с вами проводили здесь первый праздник, а сегодня уже больше десятка провели здесь, на этой благодатной, доброй земле, на берегу этой прекрасной реки, которая объединяет судьбы трех славянских народов, наших россиян, наших украинцев и белорусов. Рад, что мы сегодня собрались здесь вместе, посмотрели друг другу в глаза, поговорили со старшими и старыми товарищами, обрели новых друзей. Мы вдохнули полной грудью летний, наполненный ароматом меда и зреющих колосьев, воздух белорусских полей. Мы услышали пение птиц, увидели и еще увидим звездное небо без городских огней. Мы имеем возможность снова погрузиться в то, что было самым обычным в нашем босоногом детстве, но стало для многих в современном мире настоящей роскошью. Такую прекрасную возможность вот уже более 10 лет дает нам этот народный фестиваль с удивительно теплой, доброй и светлой атмосферой. Сотни тысяч зрителей, хозяева ремесленных и фермерских подворий, белорусские и зарубежные артисты, стремящиеся приехать к нам, и этот непростой год не исключение, не просто стали друзьями, а породнились. Ведь искренняя дружба, желание встретиться всегда были сильнее любых преград и расстояний.